Хей, йоу, гайз, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру под названием Мертвый космос. А я так подумал, ладно, давайте еще одну серию, так уж быть, запишем. А потом, ну нахер. Потом, ну нахер. Ну нахер. Воу-воу-воу. Хорошо, хорошо, у меня время, денежка. Это чё? Воздух, кредиты. А то у меня максимум уже? Уже? Привет, чел. Да не, не надо задыхаться. Помни, в разных отсеках Ишимура можно настроить разные силы тяжести. В зоне невесомости твои гравиботы активируются. Нормально. А чё мне... А что я подобрал? Лазерный магазин, заряды для силового пистолета. А это что? Схема импульсного заряда. Доставьте эту схему в магазин, чтобы разблокировать товар импульсный заряд. Каев. А вот это тогда что? Средний воздушный баллон воздушный. Ясно. А что у меня еще там в инвентаре? Что вот это снизу? Термит. Легковоспламеняемый материал. Ладно, не суть. Здрасте. Так, отключите, включить гравитацию. Если будет мигать, это как? Ну, допустим, я хочу туда прыгнуть. А, так мы можем еще и направо. Подожди, а можно заново, пожалуйста? Я немного тупанул. А как мне цепляться? Вчера там люди внутри. Стоять немножечко. А, настройка управления. А, да, вот это и тупанул. Элемент управления, так. Икса. Что за икс? Курсор вниз, рюкзак, карта, миссия, архив, записи, выбор. Управление прицелом. Или стой, оно здесь. Огонь, альтернативный режим. Ну, кинетический модуль. Прыжок в невесомость. Ага, все. Вау. Ага, а теперь главное здесь не путаться, это... Если... А где я нахожусь в данный момент? Готово. А есть у нас что-то еще полезное здесь? Так, у нас батарея. Оп. Здравствуйте. Она забита, я понял. Так, а по карте у нас будет магазин впереди. Жаль. Зона гравитации. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. Отлично, ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. Дерьмо. Я слышу твари. Лезут по вентиляции. Береги себя, Айзек. Может, ну нафиг...
Воздушный баллон, хотя средний газовый баллон среднего размера пополняет запас воздуха. А, я не знаю, не знаю. Он говорит, твари, да, там лезут. Ой. До свидания. А, ты еще жив? Где, где, где? Оп. Полетел. Так. Сейчас возьмем. Готово с того, что выпало. Я же еще бы увидеть. Сложно, как же сложно. Понимаю, где ты находишься. А вот почему я не могу сразу туда прыгнуть? Поехали. Так, по звуку там что-то еще есть. Что там что-то ходит. Или это заработали механизмы? Вау. Зона гравитации. Вау. Прикольно, прикольно. А что это было? А что это было? А почему он на меня напал вообще? Они что? Они что, тоже могут дышать? Здесь? Там, где нету воздуха, класс. Держу в курсе. Тихо. Люк. Зона нормального давления. Перезаряжаемся, берем. Вперед. Сохраняться, конечно. Если предлагают сохраниться, нужно сохраниться. Так. Мне теперь обратно, да, нужно? Так, да. Туда же, где и был. Значит, оп. Опа, а там кто-то есть? Власть. А, так ты можешь ходить даже без тела, них, ну, то есть без головы хотя бы, ладно. Ладненько, классненько. Буду знать. Спасибо. Тихо, тихо. Что, что, что? Тихо, тихо. Ни хрена тебе патронов я всадил. Чё, парниш? Не издевайся так надо мной. Так, это энергия. Это блок энергии. Ну хотя патроны дали. Да? Это же патроны? Да, патроны. Так, верстак. Мы подобрали хоть одну? Или нет? Нет, ладно. Поймите, мы с вами прокачали урон. А что-то я не вижу урона этого. Что-что? Так. Интенсивные результаты. Медицинский журнал доктора Б. Уорвик. Старший психиатр. Отчет о психиатрических обследованиях пациента Б. Харрис. После очередной сильной дозы успокоительный Харрис спит. Похоже, он вообще не в, так, не в состоянии заснуть без помощи лекарств. Большинство людей испытывали бы состояние истощения, проведя более 50 часов без сна. Но только не Харрис. Его так. Его объясняет тому, что произошло в колонии. Также звучит крайне страшно, и в них явно так проскальзывает паранойя. Аналогичная. Так, 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 так. Аналогичная той, что охватывает многих людей на планете внизу. Его вина в преступлении однозначна.
Два офицера служили безопасности, были рядом, когда он захватил в заложники доктора Царелла и убил сестру Эванс. Да, и сам Харрис ничего не отрицает. Но при этом он говорит, что в его действиях не было никаких преступлений и не испытывал и только чувств вины. Так, так, так. Просто классический образчик, проводимый социальный, хотя другими симптомами разрушения личности я в Харрисе не обнаружил. Он общительный и дружелюбен, с удовольствием воспринимает шутки и высказывает неординарные идеи. Но иногда я спрашиваю его об убийстве, он замыкается в себе, теряя связь с окружающим миром и начинает проявляться симптомы шизофрении. Кроме того, у него случаются краткие приступы галлюцинаций, похожие на те, о которых сообщает из колонии. Так, 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 так. Харрис утверждает, что он угрожал доктору, потому что должен был остановить видение и лица. И что он снова убьет, лишь бы ее так стать вновь единым. Что это все значит? И не могу понять, чем интересно так случай. Как это выключить? Короче. Стой, а как мне туда попасть? Да. А там что-то годное лежит, ребята. Силовой замок. Используйте силовой узел для взлома замка. А где мне взять силовые узлы? Попросим. Так, а ты тут был раньше? А что это за хрень хотя бы? Какие-то червячки непонятные. Маленькие жучки. Единственное, что я понял, то что они прыгают на... Монать, они меня погрызли! А, они... Они типа грызут, но незначительно, ладно. Но вообще не понимаю, что это за херовинки такие. Вот, вот что только что, типа, пью, звук, как я мог что-то подобрать. Это не впервые. -то. Вот снова, 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 видели? Слышали? Ладно, может дальше? О, картинка поменялась. Антидоты. Так, не сюда. А, точно, у нас же этот есть. Взрывной датчик, здорово, магазин, все. Изи, готово. Что мы делаем? Тема импульса. Первое, заходим в магаз. Плазменный резак за 25 кусков. А, то есть я могу прокачать уже прокачанный. Лазерный магазин. Переместить. Воздушный баллон переместить. Магазин. Сколько у меня кредитов? 18 тысяч только. Мало. Я могу, в принципе, купить новую пушку. Купить или не покупать? Купить. Так, импульсные заряды. Это вот эти, да? Но это для импульсной винтовки. Это для вот этого. Пушка.
Блин, ну я не знаю на самом деле, нужна она мне или нет. Ладно, пускай. Я максимум там только хилку могу купить сейчас, чтобы отхилиться. Давайте тогда этот сделаем себе. По инвентарю что мне? Заряды я уберу. Заряды я уберу. Возьму хилку. Хотя три средние аптечки, одна такая. Ладно, так, мне нужно вот эти лазерные убрать, переместить. Пипец у меня патронов. Я не знаю. Ладно, давайте возьму. Я возьму один стак. Я сейчас все равно сохранюсь еще плюс. Ну как, не сохранюсь, а отхилюсь. Все хорошо. Хорошо, ты прорвался. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. В той трубе. Говорит старший медик Николь Бреннан. Передаю по общей связи. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболевания. Нам не сообщают, что происходит. Эти раны. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. Боже. На стол его. Сестра, держите крепче. Господи. Конец записи. Скорость. Это была Николь, да? Отсюда я не могу понять, когда сделали запись. Уверен, она где-то рядом. Подожди, так это скорострельная или что? Мне нужна вообще эта пушка, которая херячит... Да нет, это не та пушка, я... Это импульсная, да? Мне нужна, которая типа заряд такой набирает, такой... Тогда не. Вот это я максимум могу купить себе. И то денег не хочу тратить. Блин. Черт. Не, орели, я думал, что это типа этот. А не важно. Да-да-да, страшно вырубай. Страшно-страшно вырубай. Теперь и вправду страшно. Теперь и вправду страшно. Я слышу Гея. Sorry, we are full. Ау. Сколько звуков? Ля, ля, ля. А, то есть я только, да, могу открывать их? Отлетаешь. Еще? Да нет, тут еще будет точно. Тут эволюционные шахты есть. Импульс. Мне так намекает, что мне нужно пойти взять туда. Херовинг все-таки. Ай, застрял. Шансы, что эти еще будут вставать, очень большой.
кислород на сюда. Нет. Отсюда может вылезти, да? Так, у меня есть косарь, то есть у меня сейчас их должно быть 19 тысяч. Мне хватает с вами купить в первую очередь большой, ну, сначала резак и вот эти иговельки для прокачки. Слушай, а если я просто пульну, ты можешь туда засунуться? Вот, вот так где-то. Ладно. Ладно. О, слышали? Тварь дышит. А, тьфу. Это тварь и я, оказывается. Держу в курсе. Ящик. Как я тебя не заметил? И опять туда-сюда у меня инвентарь заполнен. Все. Ладненько. Нормально. Нафиг. Нафиг. Воу! А что это ты сел отдохнуть? Некроморфы. Что мне узлов много дают? В первую очередь, мне пугает эта шахта. Стреляем, перезаряжаемся. Так, 5 сек. А, так, я вернулся, нужно было дверь закрыть. Просто чтобы время не терять зря. Так, я перезарядился, готово. Вперед. Но музыка все равно нагнетает. Еще? Ты все-таки стоит, да, вылез? О, не стой, откуда ты тогда вылез? А, ты со соседней вылез, ясно. Блин, дайте мне лучше больше кредитов. Да, слышу. Мое имя Эйлин Фиск, я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит. Почему они все ушли? Попробуй найти хоть кого-то. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. Я слышу, как что-то скребется за стеной. Эй? Кто здесь? Вы доктор? Почему все... Погодите. Я знаю вас. Вы Гаррис, заключенный в колонии. Вы убили ту медсестру. Помогите. Кто-нибудь, помогите мне. Умоляю. Что-то лежит. Открытый. И куда мы полезли обратно? И куда мы полезли? Угу. 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 Угу.
А вот это я буду держать в курсе, что они, оказывается, могут и бегать через эти. Так, новообращенные. Короче, список их. Доди. Мне интересно вот эти, то, что их убиваю, вот из них червь, да, типа, влазит. Это уже конечно я их убил, получается. То есть они не смогут потом воскреснуть, либо что-то из того. Вот ты вот можешь воскреснуть, да? Лучше им голову сразу отрубать. Да, приятель? Наверняка... Ой, блин, я, кажется, во что-то вступил. Ладно. Так, время 25 минут. Там, в принципе, тут недалеко осталось, наверное, идти. Мадам. Вот, сохранялка. Это которая помощь просила? Мне кажется, ей уже не нужна помощь. Чувствую я, что наша помощь больше ей не пригодится. Что? А, я просто толкнул, ладно. Ой, боже, база данных, большое время. Так, исследовательский журнал, доктор Кэтейн. Старший офицер по науке. Кому? Капитану Б. Матиусу. Бенджамин. Или Бенджамин. В дополнение к нашему предыдущему разговору, я хотел бы попросить тебя повременить с доставкой Обеликса так, с планеты на борт. На денёк-другой. Уверен, ты знаешь, что я сильно кого-то еще хотел исследовать этот удивительный артефакт. И помимо, что ситуация в колонии заставляет тебя действовать быстро. Но в этот как раз и все за... Так, загвоздочка. Так, за загвоздочка. А, загвоздка. Ну да, в принципе, да. Ладно, что происходит внизу, невозможно объяснить какими-либо естественными причинами, и нам необходимо время. Я потерял. Ладно. Иди себе быстро, так, в этот раз, все, заготовочка, бла-бла-бла. А, я потерял. Блять, ситуация, так, Карина заставляет себя действовать быстро, но это как раз и все за гвоздочкой. Это происходит какие-то либо естественными причинами, нам необходимо время, чтобы досконально проанализировать ситуацию. В свете моей последней беседы с доктором Мерсером, я хочу спуститься вниз, чтобы вместе с доктором Царелло и Веланд провести тщательные клинические исследования. Терренс. Так, Терренс. Мне сохраниться надо, Терренс. Терренс, это не смешно, мне нужно сохраниться. Кстати, а где сохранялка? Она здесь. А, фу. Здоров. А, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. О, там что-то лежит, ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и до следующих встреч, друзья, в космосе. Поэтому всем пока.